Станция «Сузун», Новосибирская область. А это те самые вагоны на локомотивной тяге, которые скоро будут курсировать по маршруту Барнаул-Рубцовск-Барнаул-Бийск. Комфортабельные, светлые и вместительные, оснащены кондиционерами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды, экологически чистыми туалетами. Губернаторы Алтайского края и Новосибирской области смогли оценить вагоны, на которых предстоит путешествовать пассажирам. Когда садишься в такой вагон, и тем более начинается движение с тем уровнем обслуживания, которое в настоящее время компании «Алтай-Пригород» удалось достичь, это, конечно, еще, мне кажется, и удовольствие, и наслаждение. Поэтому и туристические поездки все больше и больше набирают интерес. Губернатор отметил, что вагоны – это серьезный объем инвестиционных вложений. Каждый обходится в 70 миллионов рублей. Пассажиры еще скажут спасибо за такой подарок. К тому же он не последний. Это начало такого масштабного или даже окончания обновления подвижного состава, ну, так называемых пригородных поездов на локомотивной тяге. И до конца года еще 26 таких вагонов будет, поэтому мы полностью практически обновим подвижной состав пригородных перевозок в Алтайском крае. Сейчас Алтай-Пригород использует для перевозки 14 электропоездов и 62 пассажирских вагона. За счет новых планируется усилить направления, где нет электрифицированной железной дороги, а именно на Бийск и Рубцовск. Татьяна Голубева, «День с толком».